1 июля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошла торжественная церемония вручения дипломов об окончании подготовительного факультета иностранным учащимся. Руководители Казанского федерального наградили студентов дипломами об успешном завершении учебного года и отметили, что учащиеся за время обучения проявили себя активно не только в изучении предметов, но и в полноценной научной и студенческой сферах. Учить биологию, химию, математику, русский язык такой сложный – это очень серьезная задача. Многие из вас с ней справились очень-очень хорошо. Надеюсь, что год был для вас интересным, наполнен был не только учебой, но и событиями, мероприятиями, концертами, общением, дружбой. Поэтому я очень надеюсь, что этот год, проведенный в стенах Казанского федерального университета, он запомнится вам на всю вашу жизнь. Подготовительный факультет для иностранных учащихся был образован в 2010 году и успешно реализует подготовку студентов по сей день. Ребята из разных стран обучают русскому языку как средство для получения специальности и общеобразовательным предметом для успешного продолжения обучения на факультетах и институтах как Казанского федерального, так и других вузов России. Для этого тут недостаточно просто язык знать, ну в нашем случае русский язык, а мы еще и английский даем для обучения на английском языке. Но необходимо также подтянуть знания по биологии, физике, химии, да? То есть, чтобы студенты по математике могли учиться дальше, то есть после подготовительного факультета могли поступить или в Казанский университет, или в другой российский университет. Главное, что они выбрали Россию. Жизнь слушателей подготовительного факультета не ограничивается лишь посещением учебных занятий. Студенты имеют возможность заниматься спортом и реализовывать свой творческий потенциал. Сотрудники подготовительного факультета проводят мероприятия для ознакомления учащихся с культурой России и Республики Татарстан. Каждый иностранный учащийся имеет возможность найти для себя занятия по душе. Я вот как раз принял участие на Олимпиаде по русскому языку, и хорошо, что я занял первое место. И для меня это вот вообще это неожиданное такое достижение, учитывая, что до этого у меня не было такого события в жизни, поэтому я рад то, что я в Казани, я имел такую возможность. Подготовительный факультет для иностранных студентов Казанского федерального университета имеет разнообразную программу обучения. Предбакалавриат, предмагистратура, предаспирантура, летняя и зимняя школа. Прием заявок на 2022-2023 учебный год открылся уже 11 апреля. Подробную информацию вы можете получить по телефону 233-70-27 и по электронной почте admission@kpfu.ru. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюз.